Здравствуйте, меня зовут Семен. За что присел? Непреднамеренное убийство, статья 109. Какой срок дали? 2 года. Нормально. Че? Как зовут? Сеня. Короче, Сеня, сейчас тебя веду в курс дела. Будешь вести себя по правилам, проблем не будет. Слышь, новенький, знаешь анекдоты? Что? Ну, 20 раз уже все слышали, хочется что-нибудь новенькое. Знаешь какие-нибудь? Да что ты доебался человека, дай ему хоть себе прийти. Да ничего не доебался до него, просто вот, вот так. Давай к нам чайник как раз будешь ставить, будешь? Да я не знаю, можно или нет, просто не знаю, как тут у вас все принято. Да как принято, как у всех. Хочешь пить чай, пей, не хочешь, не пей. Ты что, приятель, такой на фильмов пересмотрел? Думал, тебя тут за Воровского украд будут спрашивать, загадки загадывать про 2 стула. Да нет, такого трэша уже давно нигде нет. Не, ну может где-то и есть. У нас будешь нормальным типом, ну будет все нормально с тобой. Давай, присаживайся. Здорово, меня Мишаня зовут.